В общей сложности в Сочи откроются 220 участков, и только в центральном районе будут работать около 200 наблюдателей. Каждому общественнику выдадут необходимый документ, разрешающий находиться на участке во время голосования. В день выборов в участковой комиссии может находиться единовременно только один наблюдатель от политической партии. Да, по списку их может быть два и более, но они должны находиться на участке согласно графику. На выборах будут работать и журналисты. В Краевой избирательной комиссии процедуру аккредитации прошли около 70 СМИ. 12 из них будут освещать ход голосования в Сочи.